Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на волнах альтернативного блоговидения. Надеюсь, меня видно и слышно. Я в международном аэропорту города Вена нахожусь. Спасибо всем, кто комментирует, поддерживает, ставит лайки. Это очень важно, друзья мои. Значит, такая вот грустная новость пришла из Афганистана. Там совершен один из крупнейших терактов. Больше 100 человек погибло в результате взрыва в мечети смертника. Причем, ну, в общем, никто не ожидал, потому что эта мечеть, собственно, посещалась самим Талибаном. Как оказалось, смертник этот действительно совершил теракт против движения Талибан. Это уйгур, мусульманин-уйгур, который боялся того, что талибы начнут уйгурское меньшинство выдавливать в Китай, где, как известно, у них знаменита эта уйгурская автономия, которая больше похожа на концлагерь. И вот, как, не знаю, протест или что-то, он совершил этот жуткий теракт. Почему вроде как это далекая новость, каких-то 100 там иракцев погибло в какой-то мечети из-за какого-то теракта, ну вот, привлекла мое внимание, и я решил для вас тоже эту новость донести, потому что как раз вчера, когда я не вышел на стрим, я сидел с несколькими там европейскими организациями в ресторане, обсуждал, ну, разную международную повестку. Так получилось. И вот у них, на их повестке, стоит эвакуация из Афганистана около 1600 человек из образовательного, культурного и художественного сектора, то есть это в основном там, ну, не знаю, профессора, музыканты, режиссеры, актеры и так далее, которые вряд ли смогут себя реализовать при движении Талибан. Ну, сомнительно, да. И более того, скорее всего, могут быть подвергнуты жестким репрессиям. И стоит вопрос, как их оттуда забрать, как их эвакуировать. Понятно, что, ну, там, художники эти и музыканты, они с автоматами сопротивляться Талибану не будут, не надо это советовать, типа, идите и с Талибаном мочитесь. Да, ответ будет такой от них, что идите сами, белорусы, с Лукашенко мочитесь. И то не работает. Значит, их надо эвакуировать в безопасное место. Ну, Европа, в принципе, в целом готова их принять. Но как? Как это сделать физически? Как ни странно, наш миграционный кризис тут может оказаться в помощь, потому что я сказал, слушайте, ну если Александр Григорьевич открыл эти ворота, ну почему не воспользоваться культурным людям? Давайте поможем белорусскому государству, раз они так любят, значит, использовать мигрантов, наконец сделать что-то здравое и хорошее. Говорю, присылайте этих мигрантов в Беларусь. А чего? Ну, расходят всякие. Пусть и афганские профессора действительно настоящие, афганские актеры настоящие, афганские режиссеры приедут в Минск. Прекрасный город, он открыт, он полностью приспособлен для приема сейчас вот таких мигрантов. Говорю, пусть приезжают. Пусть приезжают, а уже дальше там их или наши доблестные органы довезут до границы, или они в посольствах там получат визы и поедут через пропускные пункты, или там уже авиабилет возьмут. Это другой вопрос, говорю. Но Белоруссия самая лучшая страна, если вот брать такую гуманитарную миссию, эвакуировать из Ирака, ой, из Ирака, говорю, из Афганистана, самых там находящихся в сложной ситуации людей искусства, прекрасно. Слушайте, они так загорелись. Вот все-таки, знаете, дальновидный наш Александр Григорьевич. Понятно, что пытается вот этим туризмом насолить Европе, но ведь может и что-то хорошее сделать. Может, действительно, несколько афганских талантов благодаря этому не окажутся в талибанских тюрьмах и будут в Европе, которые готовы принять. Вот их готовы принять. Вот. Поэтому, дорогие эти сотрудники туристических агентств Беларуси, дорогие сотрудники пограничной службы, вот, пожалуйста, примите хорошо этих людей, если они приедут. Ну и окажите все необходимые услуги. Как у вас это принято?
по полной программе. Мне кажется, это будет действительно полезно. Редкий случай, когда это будет действительно 100% полезно. Вот. Ну, вот не поверите, да, это называется, ну, как бы неожиданное решение. Спасибо всем, кто смотрит, кто комментирует, кто ставит лайки, кто поддерживает, как это сделать в описании. Это был Андрей Куречек. Постараюсь время от времени выходить в эфир. Всем пока.